сколько-то времени опять не выкладывали ничего, ни влоги, ничего, потому что очень сложная ситуация по заказам, очень большая загрузка. И до этого влоги записывались с Кириллом, потому что я улетал в Каир работать в библиотеке, потом прилетел и через пару дней почти сразу улетел в Абхазию, там коллегам по, ну там, короче, по научным делам тоже им помочь с оборудованием, разобраться с лидаром. Вот, и потом прилетел, и тут опять много-много всяких заказов. Еще у нас в мастерской небольшие перестановки тут видно. У нас во всем здании меняют батареи, поэтому нам все приходится отодвигать, подвигать, сдвигать там от стен и так далее. Все очень сложно. И на самом деле под это все мы начали потихоньку перевозить оборудование и всякие вещи из мастерской. Вот сегодня уже вторая машина уехала, то есть мы собирали в основном шпон, очень много шпона, то есть мы целую газель, тонны, наверное, две, а то и больше загрузили. Там шпон, доски, всякие мелкие станочки, один фуганок туда отправили, там долбежный, пресса маленький такой на три винта туда тоже отправили. Вот, в прошлой газели у нас там уехало намного больше такого тяжелого оборудования. Мы не успели показать, мы купили Фелдер фуганок на 400 большой, новый. Нам вот привезли и уже туда его сразу отправили. Мы его покупали как раз-таки под ту мастерскую сразу. Ну и еще там тоже что-то поотправляли, кучу всего. Вот, так что уже, в принципе, даже немножко, мне кажется, заметно, что все опустело. У нас стеллажи со шпоном пустые, кучу всего. Из тех помещений увезли. Вот, но пока еще барахла достаточно много. Работа в любом случае продолжается. Полина у нас занималась тем, что покрывала шелаком наши позолоченные детали, которые такие елочкой, много раз мы показывали, как их делали, объемные, очень объемные предметы, там их много, и они, ну, очень такие объемные по работе, много всяких мелких действий. Ну, вот сейчас все на финише, Полина покрывала и сейчас закончила покрывать все шелаком. И сейчас они сохнут, потом будут себя, потом покроются еще просто поверх лаком. И потом мы уже их соберем и будем отправлять. Ребята несколько заказов упаковали. Там тоже консоли, еще что-то. Ну, в итоге, короче, там старые ящики, мы их давно еще заготовили. И ребята упаковали. Тоже все скоро уедет на объекты, разъедется. К большому бару. Мы тут, в принципе, его почти закончили. И вот тут мы, можно посмотреть, вот этот ящик, это лежит к нему. Различная, короче, фурнитура. Это вот петли, какие-то петли уже на нем. Вот тут это механизмы, на которых фасады держатся. То есть мы, в принципе, уже его собирали, более или менее проверяли. Все, в принципе, работает. То есть есть какие-то нюансы, за которые мы еще, ну, немножко боимся. Вот, но вроде должно все получиться. Вот, предмет очень интересный и большой получается, потому что фасады очень массивные. Там каждый фасад где-то около 60 килограмм весит. То есть, по сути, три дверки. Там у нас, получается, по три дверки на сторону открываются. Все три дверки вместе около 180 килограмм весит. И вообще в пересчете мы прикинули, что, наверное, бар где-то там полтонны точно. Барный шкаф весит. Вот. Еще один предмет начали делать. Вот Кирилл сейчас им занимается. Это стол. Вот, вот это нижняя часть стола. Вот это ножки. Там будет по три ножки. И, соответственно, на каждом конце этой детали будет стоять вот по такой ножке. Вот они немножко с небольшим наклоном. И сейчас мы все это фанеруем. И после этого все будет обклеиваться пергаментом, таким достаточно сложным, деликатным материалом. Вот, но иногда мы с ним работаем, иногда делаем некоторые предметы. Вот, сейчас делаем основу. Под вот эту деталь такой же формы, но с выступом, по-моему, миллиметров по 15, еще ляжет камень снизу. И, соответственно, сюда ляжет небольшое подстолье из МДФ круглое и сверху каменная круглая столешинка. И еще Александр занимался тут изготовлением таких тумб, ну, там, доделкой
Тоже таких тумб. Здесь у нас ящики с камнем. Верхний у нас глухой ящик, потому что здесь у нас внутри механизм, там розетки у нас стоят, ну, всякие USB и так далее. Вот. А вот эти ящики рабочие. Но вот этот ящик у нас не открывается. Вот, нижний открывается от нажатия, а этот ящик у нас открывается по карте. Но сейчас не подключено к розетке, а так, по сути, ты его картой прислоняешь, он отщелкивается, и уже от нажатия можно открыть. Вот, то есть это просто, ну, условно сначала было просто все от нажатия, а потом заказчик чуть-чуть попросил усложнить, чтобы, ну, захотел, чтобы у каждой тумбы один ящик был всегда закрыт, и открытие было по карточке. У нас две такие тумбы, это одна, там еще где-то вторая стоит. Вот ждут упаковки, скоро тоже уедут. Вот. Я думаю, что все, это будет такой коротенький влог. Дальше постараемся войти в наш какой-то привычный график и побольше снимать. Но сейчас, правда, достаточно так тяжеловато получается, потому что у нас еще несколько ребят ушли по своим делам, сейчас не работают. И при этом заказов стало намного больше, надо старые там кое-какие очень сложные доздать. Все это навалилось со сменой батареи и со всем остальным, с переездом. В общем, короче, дел много. Хватает чем заниматься, поэтому не всегда успеваем что-то снимать, выкладывать. Но очень рады, что все равно продолжаете нас смотреть, подписываться. Вот. Так что всем большое спасибо. Подписывайтесь, что-то пишите в комментариях, еще где-то. Вот. Спасибо всем, кто на Boosty до сих пор нас поддерживает. Мы очень этому рады. И я думаю, скоро увидимся. Пока.